Вставай, Соня. Доброе утро. Целебный настой. Привет. Спасибо. Да. Да. Ты в порядке? Да. Да. Вчера было как-то необычно, да? Да уж, новый опыт, это точно. Ты была просто на высоте, скорее всего, да. Ты ведь вообще ничего не помнишь, да? Ну, что-то припоминаю, но на некоторые детали вчерашнего как-то ускользают, но самую малость. Ты не помнишь, что мы зашли в бар? Да, это я помню. У девушки вроде был день рождения, да? Верно. Я помню, там накатил, и все остальное как-то в тумане. Немножечко. Да. Тебя вштырило. Я что, нажрался? Ну, не совсем. Думаю, ты столкнулся с враждебной химической формулой. У нас... Это... Нет. Я спала на диване. Отстойно. Ты вел себя достойно. Лошара. Как раз-таки нет. Ты был очень трогательным. И сказал пару разумных вещей прошлой ночью. Значит, облажался и опозорился. Ну что же это такое? Почему ты так боишься признать, что что-то чувствуешь? Это же хорошо. Это то, что отделяет тебя от, я не знаю, бабуина. Спасибо. Постой-ка, кое-что произошло. Что? Я, кажется, выиграл спор вчера. Конечно же, нет. Нет, погоди секундочку, я точно помню, что ты сказала, чтобы я подошел и поговорил с девушкой, и цитирую, выпил хотя бы один бокал. Я не налажал в этой части договора и даже выжил. Но это был не спор. Просто признай, ты проиграл, и я выиграл. Я все прекрасно помню. А сейчас смотри внимательно. О, это танец победы. Ага. Ты бредишь? О, это победный танец. Просто по-тихому, а то, боюсь, вырвет. О, как тебе такое? Правда? Я сделал это. Значит, победите? Да. Хорошо. Ладно. Давай только побыстрее. Стесняюсь спросить, что ты делаешь? Давай, поехали. Я тебе помогу. За кого ты меня вообще принимаешь? Кто тебе сказал, что мне нужен секс? Я в шоке. Хорошо, удиви меня. Мне нужно свидание. Ты издеваешься надо мной? Нет, я серьезно. Просто свидание. Просто ты и я. Никаких больше споров. Даже еду приготовлю. Что-то смущает? Нет. Класс. Ну, чулки и латекс всегда приветствуются, но вовсе не обязательно. Смотрю, полегчало. Я просто пытаюсь помочь тебе с выбором подходящего вечернего платья.